далее. Все равно все будет по-моему, потому что я принцесса. Вы меня развеселите. О. Что-нибудь мне расскажите. О, какая принцесса. Дедушка Мороз, ведь все какие-то мы с вас попали. Давай расскажем принцессе про 12 месяцев. Ой, наверное, мученька, ведь это мы к ней пришли. Ну что ж, хорошо. Если будет вам угодно, месяцев 12 ровно составляют целый год, верно? Верно. И у всех есть свой черед. Только лишь один уходит, сразу же другой приходит. Раньше брата января вы не ждите. Февраля. Раньше августа. Ну-ка, не слышу. Сентябрь. Раньше октября. Ноябрь. Ребята, а теперь давайте-ка принцессе скажем имена всех 12 месяцев. Родители, помогайте. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. Июнь. Ручейки бегут, и подснежники цветут, а потом уже апрель. Я подснежники люблю. Посему я повелю. А впрочем, скажите феи за меня. Уже очень утомилась. Утомила, утомилась. О, как в декабре корзину подснежников и за них корзину золотых. Да-да, и про этот указ идите и всем сообщите. А я пока пойду отдохну. Ох ты, как отдохну. Как это устало, смотри-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, что за привидение. Внученька, а нам тоже нужно с тобой бежать. Братьев месяцев предупредить о причудах этой принцессы. Пойдем скорей, пойдем. Мы скоро вернемся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что за страшно? Ай-яй-яй. В этом царстве и королевстве, где жила такая своенравная принцесса, жили-были мачеха со своей дочкой. И, конечно же, девочка, девочка-сирота. Две корзинки я нашла, это вот совсем мало. А вот это подойдет, много золота войдет. Где цветочки раздобыть? Может быть, в лесу растут, под сугробами цветут. В лес отправлюсь их искать, во дворец хочу попасть. Видно, ты зашла с ума, за окном метель и тьма. Ничего ты не найдешь, там замерзнешь, пропадешь. Коли идти мне не верите, ну тогда сестру пошлите. Доченька, а ты права. Коль найдет цветы, снесем мы подснежники с тобой, королеве молодой. Коль замерзнет, знать судьба. Одно слово. Сирота. Снова в лес ты отправляйся, там подснежники найдешь и в корзинку принесешь. Что-то я не поняла.
сказала, про указ ты не слыхала? Кто подснежники найдет, во дворец их принесет, будет щедро награжден. Мне награда не нужна. Нам зато она нужна. Вот корзина, и ступай, лучше под ноги смотри. Без следов не приходи. Ой, какие же вы веселые, Белочка и Зайчик. Я замерзла очень сильно. Я сегодня голодна.
хорошо, хорошо. Здравствуй, Машенька, здравствуй. Знаю я твою беду, и тебе я помогу. И чудо произошло, в декабре весна у нас. Машенька, торопись скорей, у нас всего лишь 5 минут. Братья месяцы долго не ждут. Беги, беги, моя хорошая. Спасибо вам, ребята. Помогли, помогли весну нам в декабре. Ой, что я слышу. Ветер задувает сильнее, сейчас метель будет. Ай-яй-яй-яй. Ребята, а вы скорее пригнитесь и под метелью пробегите. Ой-ой-ой-ой, нам метель сейчас не нужна. Бегите вперед, вперед, мои хорошие. Стойте, сейчас.